спустя. Скорее! Одежда! Ну что? Семейство Мэнш. Заповедник. Всем животным добро пожаловать. Интересно, в кого они пойдут? Скорее всего, в папу, так я считаю. Да? Может, выпадут. Спасибо. Это, безусловно, величайшая честь для меня. Получив Нобелевскую премию, понимаешь, что ты не зря всю жизнь трудился. Но всем этим я обязан одному человеку. И этот человек... Это моя невеста Йоланда. Девушка из барсучьего молока. Находит себе достойную пару. Даже если нужно пересадить органы животных. Думаешь? Марвин! Что? Я просто посмотрел.